Автобусы будут ездить по графику, отремонтируют диспетчерские, установят GPS-навигаторы и новые информационные таблички. Такие планы у начальника Горловского управления транспорта и связи Юрия Трунова. Чиновник рассказал, что с задачей справятся до 1 октября. Также будут более пристально контролировать перевозчиков. Те, кто не сможет справляться с обязанностями, сменят более добросовестные, отметил Юрий Трунов. При расторжении контракта, согласно действующему законодательству, на маршрут ставится временный перевозчик. Мы отработали этот вопрос, мы приняли решение на исполкоме. Сам механизм постановки на определенное время до 3 месяцев временного перевозчика, за это время будет проведен конкурс по тому пакету, по которому будет разорван контракт.